Контрабанда, блин. Знаю. Нифига ты не понимаешь. Ну ты, Здесь, блядь, кстати, ты играть знал. можно, Ну здесь я же игрушка понимаю есть. то, что ты. Это грабель продавца. Вы следите его по Ага, только GPS. надо загораживать другим дорогу, чтобы другие не прошли. Ох, Кстати, Палмер, вот ты лагаешь. ассистент, слышь, Палмер, когда ты купил свой офис, ты можешь бесплатно становиться шефом. Слышь, а как там твой деликатес поживает? Бычий хуй, Литвин. Бычьи такие. Ты ж говорил деликатес. Интернет смени, провайдер, блядь. Да я не хочу видеть, потому что я всегда побеждаю. Интернет начинает, это пиздец. Слышь, Литин, только ты вызывать можешь. Во, это твой. Щи. Щи. Могу назад. Зачем? Вопрос, зачем занято? Заебал. Заткни ебал. Вот понимаешь, заткни. Только ты можешь так делать. Только ты. Виртуальная тоже девушка. Ирбис, какую я ушел. О, Крейсити. Ты же это вчера говорил. Что за жора? Жора? Нет крауля.
А вообще точно в офис можно вызывать, если придешь? У него же, кажется, новый аккаунт. Слышь, Да у я него же вызвать не новый. могу, я звоню каждый, а они все заняты, заняты. Я уже сегодня Литвин. перезвонил 7 или 8, там сколько их. Литвин. Литвин. Слышь, а Шора, это же Найткраулер. Ну и... Ну вот, Палмер. Версус мне продолжает дизлайки ставить, как всегда, на видео мои. Да. Версус. Версус. Короче, смотри, купишь склад, там тебе все скажут. Нахуй ты нужен, вот уборщица заплати. Какая сегодня брони. Бардак, а не бордак. Я знаю, что написал неправильно, что ты паришься-то? Будешь мне Бордак, каждую ошибку говорить, не когда я пишу бардак. неправильно, а? Да. Ну блин, если я выгоню одного Палмера, я выгоню всех тогда. Потому что там понимаешь. А, все, ну все тогда. Отвис, ясно. Бибик, приглашай нас к себе. Я на складе. Why would I say that on the phone? You think I'm stupid? Use the secure servers like a professional. Please don't be creepy, all right? Кстати, Палмер, смотри еще. Слышь, Палмер? Палмер, иди сюда. Вот здесь оружие можно оставлять, которое тебе не надо. Блять. Гандон еще, блять, молчит, самое главное. Это, блять, 151 уровень, блять. Гандон, блять. Ай, Гандон. Этому пиздюку, блять, помогал продавать, блять. Ящики там, блядь, носился, блядь, как ебаный черт. Okay, my friend, I'll take care of the LSPD. Leave it to me. Я сейчас прошу, блядь. А, он вышел. Пиздюк, блядь. Ты как гандон оделся, блядь, Литвин. Теперь мне, блядь, одному, блядь, таскать все. Thank you.
Тебе сколько, Палмер, две... Ой, денег. Палмер, ну вот купишь за 10, ну я купил за 1 лимон. Это что надо для жизни? Там, Палмер, входит декор. Декор. И когда ты, ну, меняешь декор, то ты меняешь еще, знаешь, типа одежду, секретарши, там, прическу. Какой? Что за чел? Помнишь Пюрпла? Пюрпла. Пёрпл. Он друг Пюрпла. Гандонский в лес склерозник. А ты помнишь, из-за чего ты, блядь? Ну, Purple the Devil, блядь. Я постоянно бомбит из-за этого. Профиль у меня. Напал, блядь. И уши-то. Как ты меня вообще вспомнил, скажи, ага. Ирбис, а он у тебя в друзьях этот, как его, ну, который тебе писал то, что у тебя видео говно и все такое. Че, кроме этого, а, бухает. Киллин, кил. Господи, гос, Крей, привет. Это чё, собственно, ваша сессия закрыта?
Открытая. Ты чё? Открытая. А чё так народу мало? Литвин. Все друзья, почти. Литвин, спасай. Привет, Палмер. Чё? Спасай, по мне, блядь, на меня снова с вертолета, блядь. По мне один только Палмер он скучал и все. По мне. Я сегодня один грузы доставлял. На самолет. Блядь, 10, так меня сейчас забьют. Ничего, я нормально за это снес. Эрбис, а нафига ты с квартиру зовешь? А здесь все почти. Кроме Бибика. Тысяча 80 не покупай. Говно шумит. Ну ты-то эксперт. Да, представляю. Эксперт, лучший эксперт. Вечера не даем. Чувак, бабушкин вентилятор, говорю, такую карту охлаждать не может. Гандам. Система. Поэтому лучше брать водянку. Ну, два бабушкиных вентилятора, ёптуми. Там, блядь, водянка от бабушки, сука. Нет, домик нет, в деревне. Охлаждение, блядь, домик самолёт, в деревне, бля. Самолёт. Закрой рот твой. А я 750 хочу купить. Бля, сейчас он нахуй. Ёбана в рот. Ну все, сука. Не, Зая, не вздыхай. Нет. Крей, помоги, а. Тебя добить? Да без проблем, сейчас. Нет. Там за мной охотятся. Кому там помочь за Бибиком поохотиться? Давайте. Чё только один Бибик разговаривает, ёлки-палки. Ладно, там Ирбис голос сорвал. Но остальные-то... Помолчать хочется, чё уж. Дядя! А, сука, выйди... Блядь!
Ты гандон, блять, литин. Ебаный в рот. Сука, говорил, блять, помоги, помоги, блять. Гандон, блять. Нахуй ты мне тут нужен, блядь? Гандон, блядь. Нихуя не помогаешь, ничего, блядь. Сам виноват. Еще раз скажи слово, блядь. Ну давай, давай, давай. Крейв, закрой рот. Пшёл в жопу. Закрой, блядь. Блядь, помоги, блядь. Ну нихуя. Блядь, опять не мотаться? Груз, блядь, доставляет. Так, подождите, а как там этот груз-то начать доставлять, ёб твою мать вашу? Ребят, я забыл, как это делается. Через склад, комп есть специальный. А, ёб твою мать, ты что? Продать, чтобы. А понял, через уже, всё, хорош, я уже понял. Закрой рот, блядь. Скажу, ты слова не давали. Ребят, не выходите, пожалуйста, с этой сессии. Останьтесь. А чего вы все выходите? Так. Ты там хочешь грузы, что ли, продавать? Слышишь? Не доставайте мои грузы, пожалуйста. Так ты это продавать или покупать будешь? Сперва-то я их должен купить. Вот в чем проблема. У меня там 1% всего на складе забит. Я ж всем помогаю, а себе нет. Вот еще прикол.
что такое? По сколько груза доставишь? По 3, что ли? Чё? Нет, у меня тут этот, как, какой-то грузовичок я стырил. Ну, у меня-то по одному ящику покупаешь. По 18, по 3 штуки сразу. Ну, понял. Закрой рот. Пошёл нахуй. Заебибал. Еще маленький разговаривает так со мной. Когда подрастешь до моего возраста, дай тебя буду, может, слушаться. А так что расти, пока рот. Понял тебя, далеко иду. Китаёс в сети. Вот вы так на Бибика реагируете, а ему ведь это доставляет, что вы на него бомбите. Да мне пофиг на него, я просто угораю. Не пизди, тварь. Ну просто что не ты лагаешь? Тебя. Или я лагаю? Литон, блядь, на, нахуй тебя удалить, блядь, не помог мне. All yours. Я, блядь, грузы, блядь, доставлял, не мог, блядь, на своем ебаном бузарде, блядь, приехать и там замочить, блядь. В итоге меня подстрелили, блядь, одно крыло, сдох, блядь. Двигатель я, блядь, упал в озеро вонючее. Ай, да. Что, вонючее озеро. А куда ты сейчас вышел вообще? О, слушай, это ж вообще идеально. Стоимость спецгруза 81 тысяча. Пиздец. Слушай, это очень выгодно. 81 тысяча. Ну да, блядь. Или там особо груз... Стоит там, блядь, 150 чем-то там, блядь. А я его, блядь, проебал в озере. Ты слушай, подкинь до офиса. Чё говоришь? Я говорю, прикольный сериал, блядь. Анимация недоработана вообще. Да можешь выключить? Выключи это. Я так кого? Помет. Метку выключи.
Ненавижу эти метки. Я уже их. Я их же просто не ставлю нигде никогда. А, у тебя же почти что 300 уровень, ты тут все взад и поперед знаешь. Да не, у меня то два. Конечно, перса, он же задний привод. Это второй. О, это первый перс, а у меня есть второй перс, еще 170 с чем-то левелом. Да, вышел по царски. На озеро я упал. Меня самое главное просил этого, блядь, Литвина, чтобы он там на своем, блядь, вертолете, блядь, приехал. И не пизди на меня, понял? Я Крея просил. Ну ладно, этот, блядь, Крей. Он долбоёб, блядь, но ты. Нахуй ты мне нужен, я тебя лучше нахуй. Крей, ты долбоёб, блядь. Закрой рот. Я молчу. О, да уже разбился. Ой, боже. Уже разбился. Я ржу не могу уже, бля. Я не знаю, как правда, что ли. Эти. Закройся, а. Палмер, самое главное покажу, тебя. Новую тачку выходила. Знаешь, Палмер, ты я здесь. Литвина просил, чтоб помог там на своем, бля, вертолете. Большую партию табака и это за 18 тысяч. Сейчас взяли самое главное. Типа, знаешь, АИМ добавили этим ботом. Взять лучше, как президент. Этим синтезом АИМ. Даже не успеваю груз доставлять, они сразу убивают. Да ладно. Я сейчас нормально доехал. Не, это хорошо, что меня еще лид прикрывает. Вообще замечательно. Закрой. Товар должны были, господи, вам нужны. Да идите в баню. Там я не знаю. Где ты, когда ты выходишь? Да я сам это 3 дня не был, я не знаю где, кто. Я вообще на даче отдыхал. Слушай, подбрось меня. Ты с кем там едешь? С Палмером? Подбрось, плюс, а. Ой. Куда? Меня там до моря надо подбросить просто. До моря. У меня там ящички эти бестолковые. Вот. А, че вертолет не вызвать, не дай? На вертолет быстрее достать. Кстати, насчет вертолета, как его вызвать? Там вроде как-то через Мэри Уэзер. Так, подожди, услуги Шева, не. Ой, Шева. Да. Способности Шефа запросить вертолет люкс за 5000. Да идите вы. А у тебя что, нет, что ли? Ты не покупал? Палмар, а ты что вышел из четырехместного? Машина четырехместная. Ну, видишь, сзади сел. Си. Лол. За мной вертолет люк следит, ну хрен с ним. Знаешь, куда это, где море там расположено вообще? Опять сам. Чё за дичь? Почему он в асфальт сел? Ты видел это? Да, я тебе говорю, прогрузка, анимация, это вообще беспонтово вот это. О, нет, паса, молодец. Не, просто на всякий случай, это вдруг бесит. Кинг Ирбис, не надо уничтожать мой груз, пожалуйста. Олег, ты слышишь вообще? Плюсик там поставь, точку какую-нибудь. Я уничтожу. Так сколько у тебя лит вообще наигранных часов? Получается, с момента релиза ты играешь, ты еще с какой-нибудь плойки приносил? 1400 часов, наверное. А ты не переносил перса никогда, нет? Все, хорош, тут моя остановка. Ой, да. Ты же говоришь в море. Да, в море, но там лодка, блядь, в другой стороне. Блин, да, на лодке бы ставил. Сейчас, одну секунду.
Кстати, а как ты забаговал эту одежду копа? Вот он. Да есть глич одежда. Палмер, погляди. Да, а Зе, нажми и погляди. Зе, нажми и погляди, Палмер. Интересно, а что будет, если кабриолет перевернется? Ну, он не упадет, это точно, Перс. То есть, если ты там башкой в кусты улетишь, то ничего, нормально все будет. Шикарно. Реализм. Не, ну в принципе можно попробовать. Дедейл сети, что ли? А, вот он, Дедейл. Кто-кто-кто? Дедейл, вот он, привет, Дедейл. Дэрил? Дэрил. Блин, я думал Дэрил. Тут у меня просто чувак один есть знакомый, Антон, не ключи. Дэрил. Ирбис, а че он пиздобол? Пёрпл, ты пиздобол. Так что не надо было гнать. А че он пиздел-то, Ирбис? Палмер, шикарно вышли. Пёрпл, Пёрпл, а ты гнал на меня то, что я пиздобол. Оказывается, только ты. А чё, вы подняли? Вы чё, на слава зашли, что ли? Ой. Ирбис уже пишет. Не побоялись, что я буду. Слушай, Палмер, это... Сейчас, одну секунду. Бля, Ирбис, там мой груз. Не трогай. Так, 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 ещё. Так, услуги. Нет, не понял, ты просто тупой. Мне... Вы не можете, лучше пока говори. Идет работа. Да елки-палки, чё за дичь? Почему я не могу нанять работников? Да, там нельзя здесь, нанять работников. Конечно. Пока как идет ты, работа. Кстати, надо будет... Спот... Слышь, Олег? А? Убивается лучше, с пляжа убивается лучше. Оно пиздобол? Ты бибил, ты пиздобол, а но пиздобол. Не раз это не представляет два разных эти. Понимаешь, на что это похоже, Ирбис? Пиздобол и еще это что-то там. Куни. А как ты умер-то? Застрелили, за, ты взорвал лодку. Ирбис, запомни, только... Одну лодку взорвал, тебе еще осталось немножко. Че ты несешь, дурачок, ой. Блин? Ой! Палмер, я походу не то взорвал. А нет, все нормально, забирай грузы. Блин, это же дичь еще и на время. Насколько я знаю. Да, там время падет скоро. Идет. Вертолет бери. А? Вертолет бери, не парься. Сейчас я возьму, только надо вызвать его сначала. Вон Ирбис тебе навстречу летит, помощь. Слышь? Ирбис, по-моему, идет мой груз уничтожать. Как ты, Пёрпл? Ребят, скажи лучше в микро, Палмер, скажи в микро, Пёрпл. Ладно, Палмер, любой студент все тоже. Кстати, Палмер, а ты как сессию сдал, отметил? Новоселье. Палпи, блин, этот как его, Палмер, Винси. Ты что-то два месяца в запое был. Сейчас, погодь. Шикарно вообще, слушай. В запое был, Палмер? Че тебе, блядь, так не было, а? Сука, не переворачивайте машину.
Не, салон прикольный, но она, блин, по-моему, неуправляемая, на мой взгляд. А что? Стоп, а золотой цвет сотового левела открывается, да? Кстати, новый вертолет добавили, такой классный. Осло упока. Посмотри, Палмер. Уничтожил что? Груз, смотри-ка. Кто? Ирбис, у тебя. Уничтожил спецгруз. Олег, зачем ты это делаешь? Еще уничтожил, все. Лола, зачем? Он не уничтожал груз. Мне не написано. Он уничтожал. Два раза уничтожил. Осрри. Чувак, ты там в реальной жизни не тяпнул, нет? Он перекурил чего-то. Ну да, весь салон сейчас ганшот. Да, он два раза осрри. Осри. Не надо, Пюрпл, дурачок ты наш. Ирбис, ты тяпнул? Ты закинул за воротник? У меня агрегат был, да. Ага, этот, как его, блин, молоток, отбойник. А куда мы едем? Серб. У тебя там болки, блядь. Так ты сам слился. Как ты выл в Викра, а? Не-не-не-не, только не иди. Как зайка быстро. Да, печалька. У меня сейчас печалька, Верт сдох. Слушай, Лид, а ты не поможешь мне в организации? Вот если я тебя сейчас приглашу, ты не вступишь мне? В качестве партнера. Чтобы мне быстрее этот левел поднять. Ты тебе все равно заняться нечем. А зачем тебе уровень поднимать? Че, мини-гер хочешь? Да, чтобы у тебя пригорало. Так, вот, я забудь, апнулся. Забудь, у меня самовосстанавливающий пукан. Самовосстанавливающий, блядь. Слушайте, ребят, ща, одну секунду. Как у тебя? Я вроде скинул вам предложение. Лид, Палмер, ща. Ничего нету. В смысле, погодь. Как ты, Пюрпл? Я забыл, я снайперка есть. Объясняю для конченых идиотов. Ты идешь нахуй, ты нихуя не понимаешь, ты маленький школьник, который отправляется как нахуй. Как ты? Всё. Это все, что ты можешь сказать? Бля. Повторяю запрос для школьника, это все? Ну ты тоже школьник, 16-летний. Повторяю пиздюк. Вопрос, это все или нет? 7-й. Ага, так, спасибо. Сейчас. 8-й у нас предэкзаменационный. Еще надо Палмера сюда запихнуть. Не меня. Иди, пойдем, давай. Будешь против моих гличей снайперских. Пюрпл. Жалко Макса, не. Слушай, Палмер, я тебе кинул приглас. Палмер, ебутся слоны, блин. Палмер, хочешь в мой мир попасть? Палмер. Чё такое? Кто исчезла? Кто? Куда? Палмер, я удивляюсь. Это не Бублик, а Пипик. А? Запомни. Слышь, Палмер. Пипик, поражай, как ты с ним общаешься, я в шоке просто. Я чё за пидорастический, бля, седой перс? Пипик. А не Бипик. Кстати, Палмер, пойдем в мой мир. Вышло новое противоборство. Получаешь 50 штук.
Да, только зависит. Биби, только Пипи клевнет, потому что у него будет гореть из-за того, что ты его убиваешь, так что не иди. Не. Ты, сука, мне интересно, я там один момент заметил, как ты всадил две пули, и я сразу умер. Ну и чё? Понимаешь, я понимаю, если бы там мог. Не, понимаю, я не понимаю, что ты не понимаешь, что ты дичь. Читерский мир. Во, слышишь, смотри, там есть такие специальные медальки, ты на них ходишь, то зверя превращаешь. О, Литвин, хай. Хорош звездеть. Говорите по очереди, что? Что такое? Палмер, ты этого узнаешь, этого человечка? Вот это чё? Ты этого вейпера узнаешь? Вот это новое, и вот это новое, остальные другие. Слушай, даже. Помоги, пожалуйста, доставить ювелирные эти изделия. Так ты чё, уже все готов или чё? Да, я готов, я сейчас буду забирать, стараться. Начну тебе продавать сразу три груза, от этого РП не зависит, дурачок. Да, конечно, я, во-первых, их покупаю, а не продаю. Он покупаешь. Да, нормально, вот такая точила, быстренькая, как сычка. Гиперкар. Там посмотри, такая красивая, похоже на Бэтмобиль. Что за банджа? Вики. Обоснуй. Кинг, не убивай. А да чё ты творишь? Я тебе говорю, это мы с ребятами пробовали вот эту новую машину X8, блин. Да, си... и не, банжи, знаешь, и банжи обгоняли. Они типа растянули на 3 дня. Намного. Не Палмер, на 3, а на неделю. Ну, на 3 недели растянули, на месяц. В неделю будут выходить по одной машине. Одна уже вышла. Следующая... На этой неделе должна еще одна появиться. Блядь, на ней идиоты. Ёбаный урод. Понимаю, лоурайдера никому нахуй не нужно. Вот просто, ну, никому. Нет, почему? Лоурайдер — это одни из самых красивых машин, как на мой взгляд. У меня они все есть, как бы. Машинки прикольные. Особенно вот султаны, вот спорткары, которые там добавляли, я до сих пор не пользуюсь. Кстати, Палмер, поздравь. Я на кадетство работаю. Кстати, Линхо Келли кто-нибудь видел в последнее время? Он на работе, идиот. Палмер, ты чё? Еще раз последний раз. Землю лег. Он на работе. Линхо Келли неделю назад был где-то. Ясненько, благодарю. Конечно, друзья. Ну, там... было не слушай, больше 2 недель, это точно. А где он? Где груз-то? Ёп, серный театр. Пускается. Слушай, подбери его, а. Угу. Пойдем, отвезешь. Ой, куда меня-то Палмер. Забери? Ты второй Палмер груз не возьмешь. Палмер, ну да, второй груз. Три груза. Палмер. Палмер, он не в группе, я его звал, а он что-то это... про... пойдем ко мне, профукал. Палмер. Пойдем ко мне, Палмер. Красиво выехал на встречку прям. Только не профукай. Вот что я тебе прислал. Это он виноват, я правильно знаю, Лита. Ну, Ирбис, я тебя умоляю, не надо. Ирбис, а у тебя что, опять месячная, а? Месячная, как у Лени, блядь, вчера на тебе. То последнее время. Хорош, улетай отсюда. Не сбивай его, ну... ебутся слоны, ну чё за вещь? Ой, блядь. Мы тут пытаемся мне уровень поднять, а он там летает и бесоёбит. Лучше бы нам помог. Вместо того, чтобы мешать.
все, че ж все, Ирбис? Ирбис. Пец, прям. Мне кажется, или эта машина углами все цепляет? У меня какой-то хитбокс кривой. Здорово. Да, за километр. Эта машина. Она беспонтовая. Да, за то, сколько там, извините мне, 4 миллиона за нее надо отдать? 2700. Ну да, 3700. Почти 4, если это все затюнить. Ну вот. 3.5 миллиона. Кто? Ирвис, ты такой скажи? Веселый, когда ты бахнул. Кто даст? Кто даст? Я? Или Грей? Стэн, привет. Грей? Чё? Что? Грей. Ирбис! Какой Ирбис? Грей? Грей. Стэн, привет. Здорово, здорово. Ты как забахнул, такой веселый. Так, надо еще один ящик забрать. Погоди. А где твоя машина вообще? А вот он. Вон вертолет идти. Вертолет иди вызвал. Ирбис, ты чё, пьяный, я, что ли? У меня бесплатно называется. Мать. Серьезно, если он такой сейчас падлу выкинет, он, получается, будет вести себя чем хуже, чем Бибик. $750 на ноутбуке. Алло. Палмер, алло, если бля. Бери 980-ю одну, поверю, не пожалеешь. GTI, бери TI, блин. GTX GTI. Бери. Палмер, прими приглас. Не будь. Сейчас приму. Да, 980. Ты заговорил. Ой. Я заговорил. Неужто? Я заговорил. Слышь, Палмер. Чё ты молчишь? Палмер, прими приглас. Сейчас попробую одну фигню. Что ты творишь, ёб твою мать? Алло, где мусарня? За что? Объясни. Ответ тебе объяснит. Чего? Мусарня где? Ах ты, Пламер, крупный. Пиздец, Ирбис отсидел.